общению с детьми. То есть как бы понятно, что дети хотят семью, да. Мы, приемные родители, должны заменить тех родителей, которые погибли. Да. Еленоградова семья. Роман Александрович, Ксения, Екатерина Владимировна, принимайте своих дорогих деточек. Ну вот, дождалась мамочки, давайте. Забирайте. Забирайте малышки на ручки. Я общался с ребятами из Луганской республики. Действительно, они, ну, так скажем, немного радости видели, поэтому улыбаются всему. Поэтому общими усилиями поможем им здесь жить, мирную наладить, вырасти. Вам, конечно, терпение, чтобы все получилось. Семья Белянцева. Мама, почему? Держите. Ой, маленькие, берите, девчонки, мальчишки. Ой, красиво. Давай. Вот ваши. Вот с приездом вас, дорогие наши. Мира, пойдем. Хочется помочь, конечно. А там уже посмотрим, насколько... Чем сможем, тем поможем, потому что я не люблю заниматься, очень занимаемся. Молодец какой. Проходите, пожалуйста. Какие? На сами поедем. На машине. Роман мокрый. Ну-ка, давай улыбнемся. Детей мне нельзя ничего спрашивать о том, как они живут, как они жили там, встреч никаких шарами, там, с фейерверками, с клоунами. Разговаривать спокойно, тихо. Не кричать. Роман, да, это жарко, да? Деловая с двумя.